Ну, седьмой год. Такие на улицах тоже уже иногда можно замечать. Потом вот такая. Ну такие, наверное, нет. Такие, наверное, 10-й год. Ну такие я ни разу и не видел. И это какая-то мега редкая модель. Вот с такой вот, с таким задом, с такими отверстиями. Хорошо, идем дальше. Осталось 3 штуки. Вот такая, что тут у нас? Да. Так, это уже 14-й год. Вот с таким гребешком сверху. Окей. Так, вот это. Не показано, какой год, ладно. Сентенарио. Ну и последнее. Наконец-то. Аллилуйя. Они завершили гонять. Год тоже не указан, ладно. Он там кормит ребенка. Вот такой задок очень вытянутый назад. Очень вытянутый. Прикольно. Вот эти вот карбоновые прикольно идут от самой задней части сюда. Переход вот за воздухозаборник такой огромный. Потом сюда ниже. Тут присутствует, а потом начинается от зеркала и вот так вот all the way to Fara, all the way here, да, и потом вот сюда прям на бампер и прям в центр. Короче, так очень много карбона.
и он так растянут по всему, по всей длине. А тут у нас что? Тут просто стекло. Окей. Да, и тут написано, я не смог приблизить для четкости. Реализатто А. Сантагата Болонезе. Ну вот такая. Все, на этом завершается. По-моему, больше особо нечего тут смотреть нельзя.